все смешалось на Нягтерском спорткомплексе имени Султана Ахмирова. Танцы, акробатика, гимнастика и балет. Здесь прошел традиционный открытый городской турнир по чирлидингу. На площадку вышли 20 коллективов. Конкуренцию хозяевам составили гости из Валдая, Новгородской области. Общий уровень спортсменов у нас растет. Нельзя сказать, что растет количество, но качество, оно с каждым годом все улучшается. Девчонки становятся все сильнее, больше конкурентоспособность у нас, и другие команды приезжают, тоже достаточно сильный уровень показывают. Медали разыгрывались в трех возрастных группах от 5 до 15 лет и в двух номинаций. В чирдансе выступали коллективы, которые предпочитают танцевальное направление чирлидинга. Чири – акробатическое. Чирлидинг сейчас очень стал популярным в наше время, и нам он очень нравится, да. Мы его любим. Еще мы очень любим нашего тренера Наталью Юрьевну. Воспитанницы Натальи Мадионовой из Тверской школы чирлидинга «Розовая пантера» не раз становились призерами всероссийских соревнований. На родной площадке они показали мастер-класс, выполняя элементы, от которых у зрителей захватывало дух. Самым сложным было сегодня? Самое сложное — это было закрепиться, знать, что мы лучшие, но это не сложно. И главное, чтобы ничего не уронить и справиться со своим адреналином. Да. Адреналин хлестал через край, были и радость, и слезы. В буквальном смысле с корабля на бал попали воспитанницы Тверского клуба чирлидинга «Звезды». На прошлой неделе они привезли золото международного турнира «Северная Пальмира» из Санкт-Петербурга. Понятно, что хотели порадовать своих болельщиков и на родной площадке. В Твери достаточно выступать легко, потому что все-таки знаешь, что это твой родной город, а в Москве все-таки больше волнуешься, переживаешь. Звезды есть звезды, и они опять зажгли и сорвали бурю аплодисментов. Прошло все замечательно, мы повеселились, также получили это удовольствие, все было замечательно, все было супер, нам все понравилось. На церемонии награждения сложилось впечатление, что шоу понравилось всем участникам и зрителям. Призы и медали получили почти все команды, главное золото осталось в Твери. В очередной раз триумфаторами областной столицы стали коллективы «Розовых пантер» и «Звезд». Им 20 апреля предстоит выступать на чемпионате России.